Всем привет, дорогие любители интернет-шоппинга. Очередной пакетик из Китая. Он пришел без трека, но внутренний трек на нем какой-то стоял, поэтому я знаю, что тут. Тут приехали такие классные мужские ништячки. Вы, наверное, видели, автолюбители заезжали не раз на шиномонтаж, куда, и там часто проколы в колесах, в шинах заделывают вот такими вот жгутиками. Ну, можно, конечно, съездить на шиномонтажку, а некоторые люди предпочитают, вот у меня друг есть, он вполне себе есть инструмент и может справиться с этой проблемой сам. Но нет жгутиков, поэтому жгутики или шнурки, как еще и говорят, мы ему заказали с AliExpress. Вот такие вот шнурочки пришли, как вы видите. 5 упаковок мы заказывали по 1, 2, 3, по 5 штук. 20 шнурков можно уклеиться по самое не могу. Единственное, что хочется сейчас посмотреть, обычные такие вот какие-то полимерные шнурочки. Хочется посмотреть, чтобы они были не пересохшие. Ну давайте я вот так палочкой, как говорится, ножичком в один потыкаю. Ну, вполне себе в кондиции. Кондиции хорошие, шнурки не засохшие, тянутся они, вот как вы видите, влажные, дошли очень быстро, надо сказать, поэтому я думаю, будем заделывать дырочки, будем радоваться приобретению и использовать их по назначению. Ссылку на товар, как обычно, я оставляю в описании к видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, пока, до новых встреч.